«Когда мы встретимся вновь», Джудит Крэнс, часть первая. В фильме снимались Майкл Йорк, Кортни Кокс, Мия Сара, Люси Катридж, Хью Грант, Чарльз Шонесси, Максвелл Колфилд, Джон Викери, Барри Боствик, Брюс Бокслейтнер, Деннис Арнт, Джулиет Милс. Замок Вальмон – родовое гнездо Ланселлов. Место, где производится лучшее шампанское Франции. Мы с Полом отправились кататься верхом, когда тени от башенок наполнили весь двор. Это было время для сбора прекрасного урожая. Накануне ночью прошел дождь, и тяжелые грозди винограда горели янтарем на солнце. Пол мчался впереди меня, как всегда красивый и гордый. Мы прожили совместно 40 лет, пережив две войны и родив двух очаровательных дочерей. И я не могу удержаться, чтобы не оглянуться назад на то время, когда все это началось. Дижон, Франция, 1913 год. Мадемуазель Ева, пожалуйста, встаньте смирно и позвольте мне закончить примерку. Иначе вы опоздаете домой, ваша матушка будет сердиться. Простите, мадам. Я слышала, что к чаю вы ожидаете грионов. Ах, Луиза, ты видела ту танцевальную пару из рояля? Правда же, они были бесподобны. Я бы все отдала за то, чтобы попасть в мюзик-холл. Девушка одна в мюзик-холле, это невозможно. Мадам права, мадемуазель. Вот когда вы выйдете замуж, вы сможете ходить туда сколько угодно в сопровождении своего мужа. Мужа? А вот и они. Роже Грион такой красавчик. Как же тебе повезло. Скоро он станет таким же знаменитым врачом, как и твой отец. Луиза, меня ужасает мысль, что я буду вести такую же жизнь, как и моя мать. Не меняя ничего, кроме обуви. Я не хочу выходить замуж за Роже. Я мечтаю стать миссионером, сестрой милосердия, суфражисткой, да кем угодно. Ты уже и так обрела свое счастье. И ты туда же. Да как ты можешь так говорить? Чем он так примечателен, кроме своего состояния? Ты хочешь сказать, что если у человека есть две руки, две ноги, хороший доход и отсутствуют прыщи, то он является собой отличной партией? Я бы согласилась выйти замуж даже за прыщавого. Идем. Ева, детка, профессор Дютур утверждает, что с таким голосом, как у тебя, только в опере петь. Благодарю, мадам. Поэтому ты должна нам обязательно спеть. Я саккомпанирую. Твоя богема неподражаема. Спой что-нибудь повеселее, мои сокровища.
I'll show the way how and whisper in your ear. A lazy tango, a la fandango. Your arms around me, you found me and I'm here. Just hear the sound of the music, my heart feels the rhythm. I'm driven along with this song. Ты вела себя непростительно. Гриёны могут запретить своему сыну жениться на тебе. Вот и хорошо. Ева, опомнись. Любая благоразумная девушка с радостью согласилась бы стать женой Рожей Гриёна. Это просто невыносимо. Будущее ради того, чтобы осчастливить своих родителей. Разве вы для этого меня родили? Иди в свою комнату. Ты ведешь себя как ребенок. Если я должна радоваться вещам, которые мне не милы, я бы предпочла никогда не становиться взрослой. Но почему я должна выходить замуж, если я этого не хочу? I dream of you, my dream rendezvous. Night skies turn blue, rendezvous. Здесь столько людей, нас обязательно кто-нибудь заметит. Softly you sigh, as I look in your eyes. Что ж, даже я должна признать, это того стоит. Такое невозможно забыть. Войдите. Жюль, дай мне большое полотенце. В Дижоне стоит такая жара. Администрация должна мне за это приплачивать. Думаю, пора все это бросать. Месье, вы были грандиозны. Грандиозен? Никак не меньше. Спасибо, мадемуазель. То, как вы пели. Никогда не слышала более чудесного, более блестящего исполнения. Присаживайтесь, не стойте. Я сейчас оденусь. И снимите эту шляпу, а то из-за этого черничного пирога я не вижу вашего лица. Прошу вас. Однако... Признайтесь, так ведь гораздо лучше. Да, месье, это лучше. Вы должны называть меня Ален. Да, Ален, так лучше. Как вы можете называть меня Ален, когда я даже не знаю вашего имени? Меня зовут Ева. Ален, у Клодет очередной приступ меланхолии. Она говорит, что не может выступать. Может, ты сможешь ее образумить? Умоляю тебя, Ален, прошу. Обещайте мне, что придете сюда еще раз. Мы должны познакомиться поближе. И
Ева. Мадемуазель Ева. Она снова здесь. Третий раз за неделю. Три — мое счастливое число. Ты играешь с огнем, Ален. Говорю тебе, это до добра не доведет. Я это чую. Ты помнишь ту девчонку из Леона? Тогда тебя вышвырнули из города, а в следующий раз будет еще хуже. Что ты ворчишь, как старая дева? Моя маленькая таинственная незнакомка. Ты приходишь на мои представления каждый вечер, а я так ничего о тебе и не знаю, кроме того, что ты сирота и работаешь продавщицей в обувном магазине. Наша дружба получается какой-то однобокой. То, что девушка каждый вечер несется через весь город, чтобы услышать ваше пение, вы называете дружбой? Что ж, если вы так считаете, пусть будет так. Прошу тебя, не делай этого. Не делать что? Бог мой, ты самая очаровательная кокетка. Ева, послушай мое сердце. Думаешь, оно бьется так всегда? Думаешь, могу оставаться безучастным к твоим прикосновениям? Возможно, я позволю вам себя поцеловать. Но как я могу поцеловать девушку, которая напоминает испуганного мышонка и которая вся так зажата? Ален, я никогда раньше не целовала мужчину. Пойдем, я покажу тебе свою комнату. Это недалеко. И уверяю тебя, это очень приличное место. Нет, я не могу. Я не должна. Обещаю, я тебя не обижу. Ален, я тебя обманула. В каком смысле? Я сказала, что я сирота, это неправда. Мой отец самый известный врач во всем Дижоне. А моя мама хочет выдать меня замуж за одного идиота только потому, что его отец очень богат. А я не люблю его. Я люблю тебя. И уверена, мои родители все поймут, когда познакомятся с тобой. Я знаю, они тебя тоже полюбят. Прошу тебя, поехали к нам. Я познакомлю тебя с родителями. Завтра. Да, завтра. Счет. Спустись на землю, Ева. Печаль плохая спутница моему наряду. Платье просто очаровательно, мадам. Только в союзе с улыбкой. Вы правы. Но только в том случае, если я надену его для любимого. Ален?
не видели Алену? Где Ален? Почему его нет в гримерной? Он уехал. У него внезапно скончалась мать. Он узнал об этом днем и вечерним поездом уехал в Париж на похороны. Где он живет? Вы должны мне дать его адрес. Иначе как я его найду? Но я сам его не знаю. Он никогда мне не говорил. Умоляю вас. Я понятия не имею. Я тебя нашла. Ты что, совсем спятила? Ты выйдешь на следующей же станции. Я никогда тебя не оставлю. Это невозможно. Подумай о своих родных. Они бессильны что-либо изменить. Ты просто глупая девчонка. Возвращайся к своему богачу. Я никогда на тебе не женюсь. Я презираю брак. Я слышать о нем не могу. Я ничего от тебя не требую. Я только хочу быть рядом с тобой. Вот и все. Любимая, кто-нибудь знает, что ты поехала за мной? Ты рассказала своим родителям обо мне? Нет, никто даже не знает о твоем существовании. Только ты и я. Пойдем со мной. Я ошибся, купе. Прошу прощения. Боишься меня? Я могу зайти к тебе в театр, мы вместе пообедаем. Нет-нет, после репетиции я собираюсь поиграть в карты. Опять? Перестань нудить. Мы же не можем целыми днями заниматься любовью. Тебе нужно показаться врачу. Я не нуждаюсь в твоих советах. Ален, ты забыл. Спасибо. Купи что-нибудь поесть для наших гостей.
was born on a fine summer's morn. My love is new as a dewdrop at dawn. All the red roses that glow aren't as beautiful. Прошу меня простить, вы так очаровали меня своим пением, что я совсем забыла о своих делах. Это вы меня простите, мадам, что помешала вам. Я совсем забыла, что меня кто-нибудь может слышать. Я частенько вас слушаю, и всегда с огромным удовольствием. Вы очень добры, мадам. Бросьте, мы же соседи, не так ли? Зовите меня Вивьен. И давайте вместе пообедаем. Пора бы уже нам познакомиться поближе. С большим удовольствием. Вивьен, я ведь никого в Париже не знаю. Вот и славно. Ну, и как вы находите Париж? Это самый чудесный город в мире. Вся эта публика, бульвары, этот будоражащий воздух. Я просто в восторге. Я пью за вас, Ева. Будьте всегда счастливы и позвольте вас поблагодарить. Поблагодарить? Вы тронули меня до слез своими песнями, которые я слышала много раз. В молодости я выступала в мюзик-холле, теперь все это осталось только в моей памяти. Вивьен, дорогая, сожалею, но мы, кажется, не знакомы с твоей очаровательной подругой. Это Ева, месье Феликс Ван Ру. Очень приятно, мадемуазель, скрывать от меня такую обворожительную подругу. Так дела не делаются. Вы обладаете не только красотой, но и шармом, мадемуазель. До встречи. Надеюсь, дорогая, что ты в этом посодействуешь. Какие дела он имел в виду? Важные господа часто нуждаются в обществе приятных спутниц. Они обожают появляться на людях с хорошенькими девушками. А я просто им в этом помогаю. Не очень-то это романтично. Да. Но в этом есть свои плюсы. Значит, весной ты едешь вместе с Аленом в турне? Конечно. Но меня волнует его здоровье. Он так много работает. У него такие сильные приступы кашля. Зима была жутко холодная. У меня есть хороший врач. Я договорюсь, чтобы он посмотрел своего дружка. Ты так добра. Аккуратней с носилками. Ален! 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 Прошу, мадемуазель, отойдите. У Алена воспаление легких. Он останется в больнице еще какое-то время. Почему бы тебе не вернуться домой в Дижон? Париж — это не место для девушки без положения. Но я люблю его, Вивьен. Я не брошу его. Мне нужно заплатить за его пребывание здесь. В противном случае его переведут в городскую больницу. Я могу одолжить тебе деньги? Спасибо. Но я могу пойти работать продавщицей или телефонисткой. Миллионы девушек могут выполнять такую работу, о которой ты говоришь. А тебе не хотелось бы? Нет. Кажется, я нашла выход из положения. С твоим голосом я могла бы помочь тебе устроиться в хор Барбизона. Это мюзик-холл. Вивьен! Жак Шарль. Что ж, давай посмотрим на эту твою находку. Ева.
По крайней мере, в этом платье она бросается в глаза. Мадемуазель, прошу вас, можете начинать. Она совсем неопытная, но с ней можно поработать. Говорите, вы никогда не выступали на публике? Никогда, месье. По-моему, месье Шарль находится под впечатлением. Должен признать, больше, чем под впечатлением. По правде говоря, мадемуазель, со временем вы могли бы стать звездой. Звездой? Но... Разве вы не об этом мечтаете? Не поэтому ли вы пришли сюда? Мне нужна реальная работа, месье, а не мечта. Ева, это не сценическое имя. Нам нужно придумать вам псевдоним. А какое у тебя второе имя? Мадлен? Мадлен. Мэдди. Мэдди. Барбизон? Вивьен, как и ты, сошла с ума, если считаешь, что у тебя есть шанс стать профессиональной певицей. Но я должна где-то работать, чтобы оплачивать счета за больницу. Месье Шарлю понравилось, как я пела. Он полагает, что у меня есть шанс. Месье Шарлю понравилось твое пение. Ах ты, сука! Прошу тебя, тебе еще нельзя вставать. Не вставай! Думаешь, я не знаю, чем занимается Вивьен? Нашла себе еще один лакомый кусочек, а пение только предлог. Я догадываюсь, почему ты блестяще прошла пробы, потому что твое место, дорогуша, в койке. И пока ты не досталась другим, я поимею тебя еще разок. Возвращайся в Дижон, ты шлюха! Ты прелестно выглядишь. Сегодня вечером вся публика Барбизона будет у твоих ног, Мэдди. А вскоре ты завоюешь весь Париж. Отчего ты грустишь? Ты и сама знаешь. Алена выписали домой, и он за порог меня не пускает. Ты считаешь меня дурочкой, но я люблю его. Он не хотел меня тогда оскорбить. Во всем виновата его болезнь. Я знаю, он меня тоже любит. Очень любит. Войдите. Ты готова, Мэдди? Нет, месье. Мне страшно. Но я все равно буду петь.
each all their lives. I feel that my turn has come to reach high into the sky. And finally, a star shines on me. Finally, I can touch eternity. My life will never be the same. My heart is burning without shame. I feel the sun in me. When you return, you will see a change. Some people search all the time. They're looking close to the ground. I find I'm gazing on high. And finally, a star shines on me. Finally, I can touch eternity. My life will never be the same. And love has come to me again. And this horizon's glow and show me навес. Немедленно одевайся. Как ты нашел меня? Частный детектив вышел на след Алена Мара. Я заплатил твоему милому соблазнителю 5000 франков, чтобы он перестал с тобой видеться. Но и отвратительную же пару ты себе нашла. Собирай вещи. Нет. Я уже не та маленькая девочка, которой ты мог командовать. Я никогда не вернусь в Дижон. Ты еще хуже той дешевки, за которую принимал тебя этот подлец. Ты мне больше не дочь. Что ты здесь делаешь? Я, кажется, сказал тебе, чтобы ты убиралась. Но раз уж ты здесь, можешь приготовить нам что-нибудь поесть. Моим друзьям нужно насытить свои желудки первоклассной французской едой перед сражением с германцами. Что это ты себе позволяешь?
Это куплено на мои деньги. Не торопись, крошка. Ты продал меня слишком дешево. Первая мировая война, 1915 год. Это да. Вылезайте из машины в укрытие. Фронт не должен был подойти так близко. Богу, как вы узнали, что мы здесь? Вы пришли спасти нас. Спасти вас? Да кто вы такие? И что здесь делает эта чертова кукла? Она артистка из фронтового театра, сэр. Я направлялась в Фестубер на концерт. Концерт? Чтобы петь перед солдатами. Да вы с ума сошли, мадемуазель. Это совсем в другой стране. Вы находитесь на оборонительной линии немцев. Более того, наши войска перешли в наступление, так что... Ночь вам придется провести здесь. Сообщите в штаб, что у немцев остался еще один взвод. Слушаюсь, сэр. Felt alone, soon you'll be going home. Soon you'll be home and safe again. Soon you'll return and smile again. Everything passes, life goes on. Soldier returning to your home. Soon you'll be with your family. Bad times will be a memory. Everything passes, life goes on. Soon you'll be going home. Браво, мадемуазель. А вы знаете еще песни английских солдат? Роза Пикарди, конечно же. И Типперери, ее все знают. А когда мы встретимся вновь, вы знаете? Улыбнись мне и поцелуй на прощание. Это? Да. Спойте, пожалуйста. Шато Сен-Фрейкур.
Вы меня звали, мадам? Мария, отнеси ребенка в детскую. У Бруно твои глаза, Лора. Моя мама говорит то же самое. Малыш просто чудо. Женщины из рода Сен-Фрейкур всегда производили на свет красивых детей. Я чуть не заболела от мысли, что ты можешь никогда не увидеть своего ребенка. А если бы тебя убили, я бы осталась одна? Наша сторона участвует в войне, я выполняю свой долг. Я не могу без тебя, Пол. Пол, ты ведь дипломат, ты имеешь определенные привилегии. Тебе вовсе не обязательно участвовать в боевых действиях. Боюсь, я смотрю на все это иначе, мадам. Я должен возвратиться к себе в полк сегодня вечером. Дурацкая война. Пусть они умирают другие. Я попросил месье Пенру прийти и поговорить с тобой. У него большие связи в военном ведомстве. Капитан будущей Франции заключено в руках дипломатов. И, как сказала мадам Маркиза, вам не место на передовой, где вы рискуете своей жизнью. А где мое место? Ваше место рядом с женой и сыном. Я смогу все легко уладить. Вас ожидает блестящая карьера в Министерстве иностранных дел. Когда-нибудь вы займете место посла. К чему рисковать всем этим ради патриотического порыва? Феликс прав. Нет. Я скорее умру, чем отпущу тебя снова на фронт. Умоляю тебя, останься. Ты нужен мне. Ты нужен мне здесь. Лора, я не могу. Лора, вы этого добивались? Она ужасно переживала с момента, когда малыш появился на свет. Неужели вам безразличны ваша жена и ребенок? Она не единственная, кто нуждается в своем муже. Пол, посмотри на меня. Если ты уйдешь, я покончу с собой. Лора, положи пистолет на место. Он заряжен. Молю Бога, чтобы его убили на войне. Париж. 2 года спустя. Там тебя хочет видеть какой-то офицер. Как его зовут? Он не назвался. Француз или англичан? Разумеется, француз. В противном случае я бы не стал тебя беспокоить. Так зови его. Надеюсь, я вам не очень помешал, мадемуазель. Вовсе нет, полковник. Я и понятия не имел, кто вы. Но сегодня, когда услышал ваш голос, я узнал вас по самой первой ноте. Вы говорите о той ночи 2 года назад? Как же, конечно. Это? Это было в сарае фермера.
Разве я могла бы забыть ту ночь? Пока я пела, вы уснули. Но ваш голос остался в моем сердце. Как вас зовут, полковник? Поль де Ланцель. Мэдди. Вы отужинаете сегодня со мной, мадемуазель? Почему бы и нет? Кто посмеет отказать такому храброму солдату? Я подожду вас за дверью. Но, полковник, вы должны мне кое-что пообещать. Все, что угодно. Обещайте больше не называть меня чертовой куклой. Я надеялся, что вы уже забыли мою непростительную грубость. Напротив, она была слишком памятна, чтобы ее забыть. Я сбежала из родительского дома в Париж, когда мне было 17, с человеком, которого я едва знала. Я была влюблена в него по уши. Вскоре он разбил мое сердце, и родители отказались меня видеть. А сейчас ваше сердце зажило? Да, и с тех пор я больше никого в него не пускаю. Вот и хорошо. Потому что, Мэдди, отныне вам придется об этом забыть. Правда? За Еву. Еву Кудер. У вас очень хорошо получается отдавать приказы. У вас будет много времени, чтобы привыкнуть к моему характеру. Вот как? И кто же вы такой, полковник де Лансель? Это клеймо фирмы Лансель. Это шампанское было выпущено моей семьей, чтобы отметить нашу сегодняшнюю встречу. Приглашаю вас на танец. Мне очень приятно с вами танцевать. Когда вы пели в том сарае для солдат, я представлял себе, что каждое ваше слово предназначается мне одному. Ева, будьте моей женой. Прошло более 3 часов, как вы постучались в мою гримерную. Все офицеры храбрые и самоуверенные. Почему же вы так долго медлили с предложением? Мне понадобилось 2 года, чтобы найти вас. Что ж, в этом случае... В этом случае... Я согласна, мой полковник, согласна. Он осквернил прах нашей дочери. Теперь, когда у него есть жена, он заберет у нас Бруно. Парижу все еще угрожает оккупация, ни о каком переезде не может быть и речи. Но когда-нибудь война закончится, и он потребует назад своего сына. Когда этот момент наступит, мы все уладим. Месье Жан-Люк! Месье! Ваш сын! Жан-Люк? Дорогой, откуда этот шум? Как я была права, когда говорила, что с этой войной французы утратили манеры? Дорогая, этот вульгарный водитель, который так гудит, никто иной, как твой сын, Поль! Слава Богу!
Мама, отец, позвольте представить вам. Мою жену, Еву. Жену? Ты ничего не писал о своих планах. И когда же вы поженились? 2 дня назад. Мы познакомились в конце первого года войны и встретились вновь только на прошлой неделе. Ева родом из Дижона, практически наша соседка. Ее фамилия Кудер. Так вы дочь доктора Дидье Кудера? Вы знакомы с моим отцом? Слышала о нем много лестного. Нам нужно многое рассказать друг другу. И к концу ужина мы будем знать о вас все, как и боль. А сейчас разопьем бутылочку шампанского за встречу. Почему ты сердишься? Всем все известно об этой девушке. Она, кажется, сбежала с каким-то ужасным типом, обесчестив тем самым свою семью. Бедный мой Поль. У нее есть ребенок? Насколько я знаю, нет. Больше того, она поет в мюзик-холле в Париже. Мюзик-холле? Ты уверена? Абсолютно. Добилась большого успеха. Говорят, она знаменитость. А думаю, бездарность. Его карьере придет конец. Известно, что даже короли женились на певичках из мюзик-холла. И лишались таким образом трона. Это будет конец его карьере дипломата. Ты совершаешь большую глупость. Будучи звездой, ты уходишь со сцены? Никогда. Я должна быть рядом со своим мужем же. Думаешь, ты сможешь швыряться вот так своей славой и затем обрести ее снова? Разве твоя жена поет в Барбизоне, Жак? Жена? Какая жена? Представь себе, что ты женат и возвращаешься домой к ужину. Ты был бы рад узнать, что она только что уехала в театр, или примеряет новый костюм, или у нее репетиция. Тебе бы понравилось ждать ее до полуночи каждую ночь? Нет, не понравилось бы. Черт тебя побери, Мэдди. Но ведь ты меня понимаешь. Я понимаю, это любовь. 1919 год. А где Бруно? К сожалению, он сейчас в Авиньоне у своей тетки и кузенов. Ему очень нравится деревенская жизнь. Я думал, ты об этом знал. Но я написал вам еще 2 недели назад, что приезжаю, чтобы с ним попрощаться перед отъездом в Австралию. Но я должен объяснить Бруно, что как только мы там устроимся, мы заберем его к себе. Не очень жаль, Поля, но ты можешь на меня рассчитывать. Я ему все сам объясню. К сожалению, моя жена не может принять тебя. У нее легкое недомогание. Передайте ей от меня привет.
Ты очень храбрый мальчик, Бруно. Теперь можешь пойти в свою комнату и поиграть. Ну, он вернется снова. Мы должны этого ожидать. Но к тому времени он уже ничего не сможет сделать. Бруно больше не будет его сыном, дорогая. Пенру пообещал мне, что зашлет Ланселя к черту на рога. За это время Бруно научится его ненавидеть. Я об этом позабочусь. Калифорния, 1930 год. По сравнению с Австралией, Африкой и Китаем, я бы назвал Фиджи раем на земле. Я слышала, в Суве хороший климат, но в культурном плане там довольно скучно. И тем не менее, это столица. И я буду там работать в роли посла, а не консула. Тебе 44 года. Ты все еще молод и по-прежнему хорош собой. Это нечестно по отношению к местным девушкам. Я слышала, они обожают французов. А что на это скажут девочки? Папочка, я слишком увлечена природой, чтобы обращать на вас с мамой внимание. К тому же, это разве не почетно быть генеральным консулом в Лос-Анджелесе? Конечно же, почетно, Дельфин. Дорога из конца в конец занимает у нас несколько дней. Но скоро я смогу летать на самолете, а не умирать от скуки в поезде. По крайней мере, я надеюсь, что лошади у них здесь имеются. Уверена в этом, Фредди. В Америке есть все. По крайней мере, так утверждают американцы. Это хорошо. Этот медальон всегда принадлежал нашей семье. Твоя мать не снимала его до самого дня своей смерти. И твоя бабушка дорожила им всю свою жизнь. Возьми его, Бруно. Бережно храни его, как напоминание о нашей фамилии Сент-Фрейкур. И о твоей матери, которая слишком рано ушла из жизни, чтобы ты успел ее узнать. Ты бы обожал ее, Бруно, как все мы. Тебе нравится? Очень красивая. А что мы такие хмурые? Фредди утверждает, что когда ей исполнилось 5 лет, мы обещали покатать ее на самолете. Я отказываюсь идти к конфирмации, пока не полетаю на самолете. Это ни в какие рамки не лезет. Религиозный шантаж? Нет, папочка. Просто я не смогу быть честной перед Богом, если ты не сдержишь свои обещания. Я Богу ничего не обещал. Бог наш неусыпный свидетель. Так нас учили в школе конфирмантов. Но, папочка, что тебе стоит? Ну, хорошо. Я узнаю, где есть такие самолеты, которые совершают прогулочные полеты. Мы полетим вместе. Нет, папочка, я хочу полететь одна. Ты не можешь одна лететь на самолете. Только я и пилот. Умоляю, папочка. Тогда мне будет казаться, что я лечу одна. Ладно. Посмотрим. Ты
ты прелесть, папочка. Ну как, нравится тебе земля сверху? Здорово, мистер Маквайер, у меня просто нет слов. Когда начнутся занятия? Занятия? Какие занятия? Учебные. Мои уроки. Что-то я не понял, Фредди. Твой отец ничего не говорил о каких-то занятиях. Его так волновало состояние вашего здоровья, что он просто не успел это сказать. Иначе почему, вы думаете, мы обратились в летную школу? Если бы я знал, что дело примет такой оборот, ты бы сейчас была внизу и изучала конструкцию самолета. Я сделаю это в следующий раз. И не сомневайся, черт побери. И в следующий, и каждый раз. Немного на себя. Не так резко. Главнее. Теперь выравнивай его. Молодец. Умница. А во сколько лет я смогу водить самолет сама? Для начала нужно уметь им управлять. Но все равно не раньше, чем когда тебе исполнится 16. Кто так решил? Закон. Значит, мне придется ждать целую пропасть лет? Предлагаю развернуться и идти на посадку. Что скажешь? Скажи, что ты чувствуешь при заходе на посадку? Он хочет садиться, мистер Маквайер. Он хочет садиться самостоятельно. Точно? Откуда ты узнала? Я это почувствовала. Я почувствовала это своей задницей, мистер Маквайер. Правильно. Именно этим местом и нужно это чувствовать. В следующий раз, когда соберешься летать, надень брюки и зови меня Мак. Вы отдаете себе отчет, что вас не было больше часа? Я уже весь извелся. Урок длится час, мы и так закончили на несколько минут раньше. Я ни словом не обмолвился об уроке, но мистер Лансель... Это моя вина. Простите, что заставил вас беспокоиться. Фредди, иди в машину. Не ударься головой. Сколько я вам должен? $2. Thanks. Спасибо. Я еще вернусь, мам. Не знаю, когда, но скоро. Нисколько в этом не сомневаюсь, малыш. Ни минуты. До встречи, Мак. До встречи, Фредди.
Дельфин, этот человек отвезет меня к Маку. Ладно. Спасибо, Стив. Поворачиваем его до предела, поняла? Вот так. Тяни рукоятку на себя. Вот так, молодец. Получилось. Я смогла. Спасибо тебе. Дельфина, ты видела меня? Фредди, я чуть не умерла от ужаса. Я даже закрыла глаза. Ты просто чудовище. Спасибо. Я летала сама. Шато Вальмон, 1936 год. Девочкам нальем шампанского. Фредди еще маленькая. А вот и нет. Только не для шампанского. Моя милая, малышам, которые рождаются в этой местности, по обычаю капают капельку шампанского на язык. И кроме того, у нас сегодня такое важное и счастливое событие. Вернулся мой сын, и на этот раз не один, а со всей своей семьей. А я, наконец, увидела своих дорогих внучек, Дельфину и Мари Фредерик. Фредди, бабушка. Понимаю, Фредди так Фредди. Выпьем же за это радостное событие. За встречу. За встречу. Когда я сказала, что вас ждет сюрприз, то нисколько не преувеличила. Бруно. Иди к нам и поприветствуй вновь прибывших, дорогой. Mm-hmm.
Думаю, нам было бы уместнее обняться, Бруно. Но я вас едва знаю. Кто виноват в этом? Каждый год я умолял тебя приехать к нам погостить, но ты не приезжал. По делам службы я объездил весь мир, но в гости к нам ты ведь мог приехать. Ты прекрасно знаешь, что я не мог оставить своих дедушку с бабушкой. У них всегда было слабое здоровье. И кроме того, они заменили мне родителей, и я должен был о них заботиться. Понимаю. Позволь представить тебе твою мачеху. Ева, дорогая, это мой сын, Бруно. Бруно. Мадам. Тебе следовало меня предупредить. Бруно, милый, я обожаю делать сюрпризы. Привет, я Фредди, твоя сестра. Ясно. Ты совсем не такой, как на фотографиях. На тех снимках тебе лет 10, не больше. А ты дельфина. Ты еще здесь погостишь? Боюсь, что нет. Через два дня я возвращаюсь в кавалерийский полк, где прохожу воинскую службу. Ты уже решил, что будешь делать после демобилизации? Я стану посещать лекции по политологии в университете. Хочу дораскид до поста премьер-министра, чтобы избавить правительство от жалких уродов. Кем же ты предлагаешь их заменить? Сильной личностью. Одной сильной личностью вместо кучки кретинов. Взгляните, что Гитлер сделал с Германией. Ты одобряешь деяния этого отъявленного преступника? Он политический гений. Он признал незаконную деятельность коммунистов и указал евреям их место. Хватит, довольно политики. Тем более не в такой день. У нас сегодня собралась вся семья, и нельзя портить такое событие. Ты отлично держишься в седле. Мы не такие уж дремучие там, в Калифорнии. Сколько тебе исполнилось лет? Скоро 19. Приближается опасный возраст. Опасный возраст? До меня после 10 часов вечера мама за порог не выпускает, пока мне не исполнится 19. У нее есть на это причины. Думаю, она боится, что ты унаследовала ее наклонности. Пошла. Что? Какие наклонности? Мне, что ты под этим подразумевал? Что ж, тебе твоя мать рассказывала, как она сбежала из Дижона в Париж? Нет, никогда. Как увлекательно? Ошибаешься. Тогда это не выглядело так увлекательно. Когда ей было столько лет, сколько тебе, она сбежала с третьеразрядным актеришкой из мюзик-холла. Они вместе жили в Париже, как любовники. Пока она не встретила нашего отца и не женила его на себе. И вообще все говорят, что у нее была куча любовников. Кто сказал тебе эту гнусную ложь? Видишь, дельфина, именно поэтому карьера нашего отца пошла прахом. С его военными заслугами и именем он мог бы уже стать послом, а вместо этого его сослали из Франции к черту на рога. Ты все врешь. Нет, дельфина, не вру. Мне бы очень хотелось, чтобы все это было неправдой. Кроме того, она выступала в стриптизе. Удивительно, как этой женщине удалось превратиться в настоящую леди, выйдя замуж за нашего отца. Ты должна восхищаться ею. Я не верю ни единому твоему слову. Если ты думаешь, что я вру, то пойди и спроси ее сама. После прогулки с Бруно у тебя такой вид, будто ты жабу проглотила. Я просто устала. Или ты в нем просто разочаровалась? Ты мне ничего не хочешь сказать? Мне нечего тебе сказать. Как ты меня напугал.
Надеюсь, цветы не сломались. Ева, что-то случилось? Все в порядке, Пол. Уверена, что бабушка с дедушкой учили тебя хорошим манерам. Хорошие манеры – это знак уважения. А я не уважаю шлюх. Калифорния, 1937 год. Ты что себе позволяешь? Я отрабатывала мертвую петлю. Глупая девчонка. Кто разрешил тебе выполнять такие фигуры? Ты могла разбиться. Я 100 раз читала это в учебнике и могу сделать это закрытыми глазами. Проклятие. Выполнять фигуры высшего пилотажа без инструктора и парашюта запрещено. Тупая, самоуверенная девчонка. Столько не уйдешь, пока не дашь слова, что больше этого не повторится. Мак прав, я Свет Кастель. Привет, а я Фредди Ланцель. Так это вы та девушка, которая хочет стать Амели Эрхарт. Мак много о вас рассказывал. Вы здорово выполняли эти петли. Чистой воды трюк качества, мистер Костелли. Знаете, когда-то мы с Маком тоже такое практиковали. Теперь он оставил меня в одиночестве. Я отвечаю за каскадерские трюки на киностудии. Неужели Мак был каскадером? Да, к тому же лучшим. Он был неподражаем в роли Жана Харлоу из «Ангелов ада». Заткни, Свет. Он что, был дублером в женских ролях? Да, все мы были. Надевали парики и гримировались. Жаль, что у нас тогда не было женщин-пилотов. В качестве дублёров. Проваливай отсюда, Свет. Какая муха тебя укусила, Мак? Деньги хорошие, еще пара часов занятий, и малышка сможет выполнять все базовые трюки. Что на это скажете, Фредди? Вряд ли я смогу, мистер Костелли. Во-первых, через 2 недели у меня начинаются занятия в колледже. Во-вторых, мой отец убьет меня, а если я выживу, то Мак меня добьет. Что ж, тогда, может, на будущий год или через год? Рада была с вами познакомиться, мистер Костелли. Как знать. Мак! Мак! Ты что, больше не позволишь мне летать на птенце? Я ужасно извиняюсь, Мак. Обещаю больше никогда не выполнять мертвую петлю. Прости меня, я больше не буду. Ладно. Проваливай, малыш. Спасибо. Еще раз извиняюсь. Спасибо. Ни слова. Мистер де Ланцель?
лейтенант Гири. Мы арестовали судно с контрабандой, промышлявшее в заливе. Ваша дочь была задержана вместе с другими покупателями спиртного. Когда она протрезвела, она потребовала дипломатической неприкосновенности. Мой капитан дал мне задание вызвать вас. Спасибо. Я могу ее увидеть? Разумеется, мы все уладим. Пойдемте. Подождите здесь. Откройте. Выходите. Мисс де Лансель. Папа, прости меня. Лейтенант, мне бы не хотелось выходить через главный вход. Репортеры и все такое. Понимаю. Она свободна. Вы можете воспользоваться черным входом. Что ты делала в этом злачном месте? Если бы у меня был другой способ выбраться из тюрьмы, я бы тебе ни за что не позвонила. Все покупают контрабандный товар. Я тоже насобирала денег, чтобы купить себе новое платье. Полиции сказали, что ты была пьяная. Они не такого наговорят. Если бы я не был дипломатом, то обвинения против тебя не были бы сняты, и состоялся суд. Я не стану мириться с тем образом жизни, который ты ведешь. Парни, вечеринки, пьянки... Твои так называемые новые друзья дурно влияют на тебя, и отныне я запрещаю тебе с ними видеться. Ты испортишь мне жизнь. Насколько я могу судить, ты сама портишь себе жизнь. Кто бы это говорил? Что? Сколько тебе было лет, когда ты жила с любовником в Париже? Ты была еще моложе, чем я сейчас. А сколько тебе было лет, когда ты вышла замуж за отца? И сколько других любовников у тебя было? Кто тебе это рассказал? Бруно. Он мне все рассказал, когда мы гостили у бабушки. Так это правда? Да. Все правда. Насчет Парижа и любовника, но только одного. Больше до встречи с твоим отцом у меня никого не было. Какая же ты лицемерка, мама. Твои родители не смогли помешать тебе сделать то, что ты задумала, ведь так? Ты жестоко заплатил за то, что ввел меня в свой круг. Теперь за это платит еще и Дельфине. Не грусти, ладно? Мы расстаемся всего лишь на лето. Ты же знаешь, бабушка будет носиться с тобой, как с принцессой. Я и не думаю. Я буду свободна и прекрасно проведу время во Франции, несмотря на то, что из меня будут пытаться сделать настоящую леди. Настоящую леди! Фу! Ты всегда была на моей стороне, Фредди. Всегда. Спасибо тебе. Почему ты говоришь об этом сейчас? Мне следовало сказать это тебе раньше. Мне кажется, всю свою жизнь я хотела единственного — быть с тобой друзьями. Мы и есть друзья. Я люблю тебя, идиотка. Иди сюда. Я тоже тебя люблю. Береги маму и папу. Мама сейчас на меня очень обижается за то, что я ей наговорила. И вряд ли она меня когда-нибудь сможет простить. Думаю, она тебя уже простила. Я знаю, ты считаешь меня лицемеркой, но почему ты это от нас скрываешь? Ваш отец обо всем знал и все понял. Я не была уверена, что вы меня тоже поймете.
Пока. Пока. Разумеется, уверена. Мне нужна работа. Значит, по рукам? Правда? Вы это серьезно? Спасибо, Свет. Отлично. Значит, до понедельника. Хорошо. Еще раз спасибо. Возможно, сейчас не лучшее время для этого разговора. Дельфина только уехала. Но я не буду учиться в колледже. Из меня выйдет паршивая студентка. Ева, наши дочери совсем выжили из ума. Фредди, ты сделаешь так, как я сказал. Я поступила на работу. А что это за работа? Показательные полеты во время съемок фильма. Для меня это пара пустяков. Я знал, что мы поступили неправильно, разрешив тебе брать уроки пилотирования. Но об этом не может быть речи. Я тебе запрещаю. Слышишь меня? Запрещаю. Тебе не удастся меня остановить. Ошибаешься. Или ты сделаешь, как я сказал, или убирайся из дома, пока не образумишься. Ты поняла? Да, отец. Не волнуйся, дорогой. С Фредди все будет в порядке. Ты поддерживала все их бредовые идеи, которые приходили им в головы. Это твоя вина. Фредди и Дельфина чем-то похожи на меня, Поль. Они хотят взять от жизни больше, чем обычные девочки с хорошим воспитанием. Да, черт побери. Но ты же изменилась. И они изменятся. И если ты меня любишь, то постараешься понять, как им помочь. Привет. Может помочь? А ты что здесь делаешь? Пришлось выбирать между отелем и тобой. Ты сбежала из дома? Меня попросили уйти. Что-то вроде больше не смей переступать порог, пока не образумишься. Я сказала, что не собираюсь учиться в колледже. Что не собираюсь быть заживо погребенной под библиотечной пылью. И чем ты собираешься заняться? Получить работу? У меня имеются кое-какие предложения. Слушай, а у тебя случайно не найдется сэндвича? Ты сбежала, не поужинав? Это было глупо. Спасибо. Родители знают, где ты? Можно и мне глоточек? Ты с ума сошла, малыш. Это же виски. Если хочешь лимонада, он в холодильнике. Я знаю, что я говорю. Прошу тебя дать мне виски, профессор. Мне осточертело, что ты зовешь меня профессором. Я никогда тебя так раньше не называла. Правда? Значит, одного раза достаточно. Хватит. Свет сказал, что он дал тебе работу. Я так и знала. И что ты ему сказал? Я прочитал сценарий, и речи не может быть о том, чтобы ты выполняла этот трюк. Я буду его выполнять. Никогда. А я говорю, буду? Только через мой труп. Отпусти меня. Ты
с ума сошла. Пожалуйста, я хочу быть твоей. Это невозможно. Ты же знаешь. Я всегда любила тебя. Слишком поздно говорить нет. Ты сам знаешь, что любишь меня. Ты любовь всей моей жизни. Я готов умереть за тебя. Значит, мы все сделали правильно.